Привет, зритель. Сейчас тебя ждет небольшой обзор заказов Сазон с Вайлдберрис. Что-то не покажу, потому что это что-то подарок, она уже выбрана на Новый год. Не мне подарок. А что-то покажу. Я сейчас при дневном свете снимаю, у меня там окно специально раззанавешено. У меня тут смола пуэра. У меня как бы есть смола пуэра, а тут я что-то увидела дешевую смолу пуэра. Вайлдберрис обновился. Стал такой вырвиглазный. Если у меня сейчас он быстро загрузится, я тебе скажу, почем я брала смолу пуэра. Ну и будут, как обычно, артикулы в инфобоксе. Где ты можешь найти кучу всякой информации обо мне. Пакетики. Пакетик. Ну и еще в закрепленном комменте. Чай с малапуэра шу. Чагао. 30 грамм. Дата упаковки 3 декабря 2022 года. Срок годности 36 месяцев. Смола пуэра насыщенная. Причем все в одну строчку. В смысле, все в одно слово, без пробелов. Каждое слово за главной буквы. Moonflower. Ти. Оно как бы на упаковке там такая, ну, точнее, упаковка на картинке была совсем другая. Я когда на Вайлдберрис забирала это, то как-то это, думаю, блин, как-то оно иначе выглядит. Так, покупки. Где тут смола? 336 рублей за 30 грамм. Я подумала, блин, а что не купить-то, а? Пока деньги есть. Как не будут, зубы на полку положу. Ну, они у меня, это поговорка такая, у меня не вставные зубы. Ух ты, блин, тут, оказывается, 3 пакетика, и каждый, видимо, по 10 грамм. С одной стороны, хочется сказать, чуваки, вы что сэкономили на упаковке? А с другой стороны, хочется сказать, чуваки, а почему вы не сэкономили на упаковке? Потому что, в принципе, ну, вот, смотри, вот так под забивку тут еще влезет. Это вот только один. Ты, наверное, ждешь СМР и так надеешься, о, блин, тут шуршит что-то. Так вот, не жди, подпишись на Бусти. Бусти, блин, как его там, тут будет облако. Либо жди, потому что один хороший зритель, лояльный к моему каналу и к моему творчеству, поднял себе высший уровень, это 399 рублей в месяц, из них 30% откусывает YouTube. Это спонсорская подписка, если ты находишься вне России, если хочешь, можешь тоже приподняться и делать запрос на какой-то определенный СМР. Потому что я сначала думала сделать СМР с картами. Но что, я сказала, не хочу СМР с картами, хочу любой, кроме карт. Я сделаю вот что-то из этого. У меня тут просто такой огромный мешок для СМР, чтобы его разосмрить и отправить к праотцам, в смысле, на, ну, на перерабатываемый мусор. Конечно, я понимаю, я до этого понимала, что надо было бы, наверное, взять ножницы. Но ножницы я не взял. А потому я вот это как-то... порезал пальчиками. Кто ждет Moonbank? Хочет сказать, не ждите. Подпишитесь на Boosty. Да, можете подписаться на Boosty. Вот здесь вот было то-то. Еще там, это, как вот там, блин. Можете кинуть меня биткоином, еще чем-нибудь, подкинуть денег на камеру, на которую я коплю. Ну и все в таком духе. А можете... обрадоваться, потому что мой гастрит, по ходу дела, благодаря травопитию, дробному питанию и строжайшей диете, я вроде как более-менее сошел почти на нет. И я сегодня уже покушала на завтрак обедом чуть более большей порции, но обычной порции, которую я обычно ем, а не той вот как последние 10 дней. Смотри, зритель, шарик. Я не все шарики-то отсюда высыпала. Но вот те, что высыпала, сколько тут шариков? Раз, два, три, четыре, пять. Так, пять. 10 шариков. И тут еще сколько-то осталось. Надо будет как-то их обратно зафигачить. А я вот в этот
в этот пакетик. А он дырявый, этот пакетик. Никак обратно не зафигачить. Эх, Лёля, что ты сделала? Разорвала пакетик, и теперь хрен знает, как это туда засунуть. Сюда пока положу. Надо следить, чтобы... Надо их вовремя будет убрать, чтобы кое-кто не это, не заиграл. Мне в Айсберрис, когда я искала мешочки для микроволновки для своих близких на Новый год женского пола и своей подружки, потому что мы с ней договорились на мешочек для микроволновки на Новый год для нее, внезапно подкинул мешочек. Такой странный силиконовый мешочек для теста. И что он там был аж за 1500? Я его добавила в накладки, охренела. Думаю, что он такой дорогой-то? А потом внезапно нашла за 198 рублей мешочек. Так как я не думала, что он придет именно вот так, думаю, что это такое? Такое желеобразное практически. Как какая-то водоросль или даже этот... Какая-нибудь супер широкая фунчоза, не фунчоза, но бывают такие рисовые макароны широкие, которые уже сварили. У меня тут кошка просто прискакала. И я это рукой пытаюсь скрыть то, что положила. Так, Дзюба. А, это этот, кто автор-продавец, в смысле мешка. Мешок. Тот, кто продает эти мешки. А я думала, Дзюба это название этой фирмы там, или Дзюба название мешка, хрен знает. Ну, в общем, мешок для замешивания теста силиконовый. Бренд Золотая Лилия. Лилия. Я так поняла, что в нем можно замешивать тесто на какое-нибудь крутое, на какие-нибудь там эти... Как их звать-то? У меня почему-то блины и оладьи в голове вылезают. Пельмени. На пельмени тесто еще сама в жизни самопально, сама в одно лицо не замешивала. В детстве я была свидетелем, когда мама там фигачила, бабушка там, родственники, еще что-то. Я даже покупала пару раз тесто с более-менее вменяемым составом. Специально бывает, продается тесто на пельмени. Мне еще чуть сказала, там в магните продается тесто на пельмени. Купи, тебе хватит. Сделать. Ну, фарш сделала сама, а тесто на пельмени покупала. Потом думаю, как-нибудь сделаю тесто на пельмени. Куплю мясо, сделаю фарш, будет у меня пельмени, будет у меня счастье. Можно замешивать тесто, которое как бы с дрожжами. Я сегодня хочу рискнуть здоровьем, запечь курочку без специй, максимум солью в пакетике, не протыкая его в духовке. Наверное, и в микроволновке можно запечь. Но мне на 35 минут максимум времени. Ну, это, короче, в духовке. Курочку как-нибудь попробую запечь в микроволновке. Что-то так идея пришла. И это самое, попробую ее захомячить. Если пойдет нормально, то на днях у меня там как раз такой тематический запрос. А если тебе интересно, что за тематический запрос? В инфобоксе, помимо ссылочки на подпишись на меня, на этот самый... спонсорской подпиской, на задонать мне на донатейшн алерт или еще куда-то, помимо списка артикулов, будет еще ссылочка на телегу, где есть такой бложик, а еще у него чатик, а еще есть бложик с картинками и чатик от него. Ну, короче говоря, в этом чатике от бложика, который без картинок, просто бложик. Есть человек, который оплатил платный запрос на Мунбанк. И вот там тема этого Мунбанка. Как бы так это, влезть-то в кадр. Слушайте, он такой большой, я не думала, что он такой большой. Не, я сантиметр видела, но я как-то ни к чему не подумала, что он примерно как крышка от моего сканера, который я тут поставила, но еще не подключила. В принципе, мне его как бы не надо, поэтому на данный момент, в ближайшее время, поэтому у меня провод в одном месте, а сканер в другом месте. Просто я тут делала как-то в бессонную ночь разбор полетов, чуть-чуть убралась внизу вот этой стенки, прибралась так. И чтобы мне влезло все как удобно, пришлось сканер достать. Ну и положить его на этот, на комп. У нас тут, ну его можно, короче, шилом профигачить эту дырочку. Потому что она вроде как есть, но ее нет. Не знаю, или есть она. А может, все-таки есть дырочка. Можно будет повесить его куда-нибудь. Тут у нас вот такая фигня. Наверное, она как-то тоже прорывается потом в итоге. Зритель, вообще, если ты не такой более просвещенный бодхисаттва, чем я,
И уже пользовался этим мешком похожим, подобным. Потому что они от 200 до... От 198 рублей до выше. И ты знаешь, куда вот эту фигню присобачить? Тут, видимо, тоже надо будет эту дырочку проделывать, потому что она как бы есть, но ее нет. Ну, она такая вот, прорезанная. Там надо чем-то плотным ткнуть, чтобы она прошла совсем. Так вот, если ты знаешь, куда ее фигачить, может быть, вот через эти штучки, и надо их реально профигачивать, потому что они прозрачные, видно, что там должно быть что-то, но вот ногтем оно не рвется. Туда и знай, пожалуйста, в комментах, а? Я тебе буду очень благодарна. Вот прям заранее скажу спасибо, зритель, если ты знаешь, что вот с этим делать, как вот ее тут зафигачивать. Что тут как-то странно погнулось. Ну, я как-нибудь его заюзаю по назначению. Блин, он такой прикольный, он мне напоминает медузу, кальмара. Как его звать, тако, в смысле осьминога. Вот мне очень нравились осьминоги рассоли, которые достаешь с рассола, берешь сковородочку, кидаешь туда сливочное масло, кидаешь туда осьминога, можно даже порезать маленькие такие осьминожки, поджариваешь, так вкусно. Правда, мне сейчас жареное все равно нельзя. Поэтому это... Я просто помечтаю об этом. Я думаю, мне жареное еще долго будет, нельзя. Вот немножко подпеченную курочку, наверное, можно немножечко так. Без специй. Потом я постепенно войду в специи для курицы и специи мои любимые карри. А вот острый перец, я думаю, мне еще долго нельзя. В общем, вот мешочек для теста. Ну что, обратно его не засунуть, потому что пакетик по... Рувал, да. Пошуршу тебя громко. Еще у меня тут. У меня же есть самопальная подушка, которую я, может, года три назад сшила тут уже, когда будучи. У меня был такой огромный мешочек для трав. Ну, был мешочек для трав, еще большой мешочек для трав. И он выглядел как вот наволочка на подушку. У меня было много синдепона, нормальных подушек уже кот насрал. Но перьевые, они все скомковались, я их братцам отправила. Потом это в деревню увезли, то все, может, и не увезли, не знаю, может, кто-нибудь забрал. Мало ли, у меня же раньше было очень много таких друзей. Я вчера случайно вспомнила, что у одной друзюхи дыры, и думаю, ВКонтакте зашла, думаю, на, поздравить, что уж это, от меня не убота, человеку приятно. Мне же приятно читать, когда меня днем рождения поздравляют, хрен знает кто, о котором я вообще знать не знаю. Тут как бы вроде как общались, а. Ну, поздравила днем рождения. Короче, я сшила эту подуху. А наволочку где взять? И мне года два назад, наверное, года два назад или уж три, хрен знает, тетя сшила две наволочки на Новый год, такие шикарные, под цвет как раз вот этого всего розового, фиолетового, ну как я люблю, такое девчачье. А тут я думаю, интересно, бывают наволочки такого размера, и внезапно бывает 50 на 70, ну у меня оно может чуть больше так, но оно у меня влезало в 50 на 70, я думаю, влезет оно как-то так, вот я померила, вроде 50 на 70. И это самое внезапно бывает. И не поверишь, что-то такое вот дофига недорогое. Это я на Озон купила. Сейчас я загрузится этот Озон. Я, может, узнаю, почем они были. Грузись, Озон. Будь этим самым человеком. И они, может, конечно, не совсем вот там супер такой материал, но они были как бы... Все до этого были какие-то вот по цене, одна по цене двух, как я вот эти две купила. А какие-то там, ну, за 300, за 400, я еще на Вайтберрис глянула, 300 с чем-то. Думаю, ну, 299-300. Думаю, может, на Озон есть что подешевле. Ну, бывает иногда. Чаще обычно на Вайтберрис дешевле, а тут 184 рубля за две наволочки. Смотри. Они даже в кадр не влезают, тут только надо отъезжать. С пиончиками, они, наверное, не пиончики. Розовые цветочки, белые цветочки, ну такие вот яблочно-вишневые цветочки. Всякие там персики, всякие там эти самые, как их звать, сакуры. Прошито нормально. Что тут вообще?
Миокара, комплект наволочек 50 на 72 штуки. Полисатин 100% П/Э. Это что-то искусственное? Я просто не очень в тканях понимаю, как ты понимаешь, зритель. В общем, полисатин, ну думаю, хрен с ним. Чисто так вот, чтобы были наволочки для разнообразия. Ну а что, а то их только две. Пусть будут еще две. Мне еще надо наволочку 42 на 43, или как-то так, или 42 на 44. У меня есть одна наволочка, ну как подушка была декоративная. Сначала на ней была декоративная наволочка, потом она сдохла. Потом на ней была другая декоративная наволочка, мне подарили под Новый год такую. Ну, в смысле, как бы она более новогодняя, там у меня на кровати лежит, я в нее другую подушку зафигачила, которая, по идее, шире. Но поуже, но она как-то уже вся такая бамбуковая сбамбучилась и влезла. А потом мне тетя сшила наволочку такую. Я думаю, блин, еще бы наволочку одну. Потому что иногда я лежу, и мне хочется наволочку. И тут, слушай, зритель, тут такая вот длинная фигня тоже. Вот, а. Вот до сюда эта фигня. Туда можно эту подушку зафигачить вот так вот. И будет мне счастье. Обычно я говорю всем, а тут вот только мне счастье. Так, тут что этот? А, и тут тоже есть вот эта фигня. Сделано в России. И использовать моющее средство для цветного белья. Перед первым использованием рекомендуется стирка стирать, вывернув изделие на изнаночную сторону. Я как раз вот собираюсь сегодня стирку запустить. А потом на днях собираюсь еще стирку запустить. Мне надо постирать занавесочку на кухне. Потому что до тех пор, до того момента, когда я купила крышку для миксера, сбивающую, ну, когда сбиваешь, чтобы брызги не летели, я ее не обозревала, наверное, она так где-то купила. У меня был какой-то период, когда я что-то купила. Думаю, а, что обозревать? Оно как бы, ну, не то, не сё. Может, обозревала, может, нет. Может, просто забыла. У меня брызги летели на определенный кусок занавесок. А так как я обычно вдохновлялась миксером зафигачить какое-нибудь тесто в районе ночи, то оно летело вот реально именно на занавеске вот так посередине. Ну, вот здесь вот окно. Точнее, здесь вот стол, вот здесь окно занавески. И я так бжжж. И оно все. Ну, короче, их надо постирать перед Новым годом. Я еще хочу постепенно так перед Новым годом поубираться. Сначала там где-то пыль протереть, шкафчики протереть, если на них пятна есть. Достать наконец-то то, о чем меня еще где-то года два назад просил какой-то зритель, кажется, из Питера. Девушка, у меня тоже канал есть. Я просто не помню ник. Там в конце цифры какие-то. Это имя и цифры. Пароочиститель. Чтобы свои батареи от пароочистителей, ну, почистить. Ну и, короче говоря, чтобы везде был такой порядок, я еще в ванной была, думаю, может, в понедельник поставить елку, потом думаю, нет, надо же сначала еще убраться, эту елку достать, не в один день упороться, как раньше в детстве, это генеральная уборка, один день убираешься, все, а потом ласты склеиваешь. Или тут убираешься, все, а потом три дня ласты склеиваешь, думаю, постепенно для разрядки мозга, то я мозгами обычно работаю, а чтобы мозги работали нормально и не тормозили, надо физический труд использовать. Ну и, короче, этот, думаю, так вот, в каждый день по чуть-чуть убираться. Ну, что-то одно убрать, что-то другое убрать, что-то как-то склеилось. Вот так. И сейчас последний момент. Та-дам! Я давно видела такую штуку. Но все как-то не доходили руки. А после того, как я разочаровалась в жидкой гелеобразной густой основе для мыла или шампуня, для жидкого мыла или шампуня от выдумщиков, я подумала, а почему бы и да? Почему бы, точнее, не заказать? Почему? Мне потому что есть люди, которые говорят, почему бы и нет? Ну, в смысле, почему бы и да, вместо почему бы и нет? И обозначают это да. А я говорю, почему бы и нет, обозначают это... Их, все, обозначаю это да. Я когда только нажала на кнопку пуска, поняла, что мне хочется чихнуть, но я думала, меня перехочется. Но все-таки оно чихнулось вот такой коробочке. Свадьберис пришло. Кремообразная мыльная основа Клавер.
2-4 месяца, килограмм, плюс-минус 20 грамм. Состав: вода, пропилен, гликоль, глицерин, стеарат натрия, лауред, сульфат натрия, сорбитол. Усё. У меня еще есть где-то этот деготь березовый. Я как-то делала, мыла себе с дегтем или типа шампуня, что-то себе с дегтем, фиг знает. Ну, короче говоря, я хочу добавить в эту кремообразную основу немножко дегтя. Смешать, может, пару эфирных масел капнуть, а может и не капать, и попробовать своять шампунь. Сейчас я вот мыла голову сегодня вообще в 7 утра, потому что я тут лежала до 7 утра с мигренищей. Таблеточку-то съесть стать мне религия запрещала, я кайлашиком фигачила и коврик на лоб присобачивала колючий. Ну и, короче, не могу вспомнить, куда я засунула большой колючий коврик. После того, как кошка, которая сейчас на верхней полке, вот туда у окна, за стеклом, где домик Мадоки теперь, попыталась его утащить к себе в гнездо и погрызть. Пластик колючий, погрызть вообще. Ну, короче говоря, я лежала, хожу, мысль, что мне даже жарко, я даже балкон открыла, там зима как бы, не лето. Не теплое лето бывает, холодное лето, тут не теплое лето, зима как бы, холодно, то все, мне жарко. Я пошла, помыла башка. Шампунем «Свобода». С этой крапивой у меня там еще ласковая мама стоит. Тут, короче, пакетик, не знаю, зачем он лежит. Я думала, может, в нем что-то бонусом положили. Но нет, это просто пакетик. Даже не пакетик, это какая-то фигня. Вот так его можно же АСМРить благополучно. Да нет, это мой огромный мешок для АСМРа. И вот смотри. Вот столько она места занимает. Коробочка такая. Она, правда, внизу продернутая. Я только подумала, что можно эту коробочку заюзать под что-нибудь. Но у нее внизу на жопе почти две дырки. Хотя изнутри оно, ну, не особо понятно, что это дырки. Но они до конца, короче, не прикололись. Может, под что-нибудь заюзать. Можно что-нибудь в нее положить и закрыть и хранить. Может, что-то такое самоэрное, опять же. Вот я переберу мешок, если у меня там будет что-нибудь такое многоразовое, я сюда положу, и у меня будет еще одна коробочка для АСМР. У меня тут есть коробочка для АСМР, которую мне одна подписчица подарила. Она у меня с механки переехала. АСМРная коробочка, так и написано. Но это я уже потом приклеила. Может, кто помнит эту коробочку СМР, но тот поглядит на нее и улыбнется и скажет: «Вау, Лёля с копыдомок, у нее еще живая эта коробочка СМРная». Короче, вот так. Ну, тут практически в слюде. Такая вот, слегка мяконькая. Кто-нибудь пользовался кремообразной мыльной основой? Дайте знать в комменты, если вы пользовались, как вы ее юзали. Не, я понимаю, что можно загуглить в Яндекс, на Ютубе и посмотреть других блогеров, как они ее пользуют. Но иногда удобнее... Пальцем открыла. Мнение зрителя почитать. И мне хорошо, и вам приятно, вас прочитали. Вы поделились информацией, сделали пользу другим людям. Ну и как бы коммент лишний под каналом. Может, конечно, сейчас не надо ее открывать. Да, я сейчас не буду ее открывать, потому что тут крышечку почти раздолбашила, а открыть не вышло. И у меня камера разряжается. Я ее сейчас пишу чисто на батарее без провода. Поэтому лучше я это открою ее потом. Если будет все нормально, то может я ее открою, прям на камеру открою и заваяю что-нибудь. А может сначала тестово заваяю, если у меня все получится, то потом повторю уже на камеру. В общем, вот такой у меня обзор покупочек, в том числе чайчика, ну, с малопуэра, это же чайчик, кстати. Сейчас, наверное, уже поздно ее пить, поздно пить, боржоми, почки отвалились. Чья-то там цитата, откуда-то прочитанная. Так, ух ты, какой шарик, у меня таких шариков, кажется, не было. Эй, не надо шарики мои жрать, и вот,
Оно случилось. Короче, вот такой шарик. Сейчас около часа дня. Может и нет. Сейчас узнаем. Телефон. Ух ты! Сейчас уже больше, чем час. 22 минуты третьего. Ну, может, ничего, можно выпить, потому что я сегодня спала только 4 часа и такая слегка, когда пообедала на завтрак, поняла, что вот если бы не писать обзор, не тайпить и не идти в магазин, и не кидать денег на транспортную карту на почте, я бы поспала. А что, я опять лягу, как вчера в 6 вечера, и продрыхну нахрен до 9 вечера. Надо это задолбашить заодно за 1000. Всем спасибо за просмотр. Это самое. Напоминаю еще раз, если хотите поддержать канал, но не знаете как, то ссылки в инфобоксе. Спасибо вам заранее. Можете подписаться на Boosty, на Хавчики или на СМР. Можете там задонатить мне на камеру куда-нибудь. DJI Osmo Pocket 2. Ну и это. Можете просто кинуть у меня биткоином какую-нибудь посылку на обзор. Вот Новый год скоро. Там хотите вот какой-то шуршащий СМР, типа конфеток? Я просто не покупаю конфетки. Я их по большей части готовлю, а сейчас и сладкое-то особо мне не особо можно. Ну, короче, зашуршать что-нибудь. Можете прислать мне до востребования. Или на Луначарского 12 на Whiteberries. Базовая дача, которая близко ко мне. Ну и как бы это... А можете ничего не присылать. Просто повтыкать и поставить палец кверху. А если еще не подписались, то подписаться, нажать на колокольчик, либо не нажать на колокольчик. Ну и пока!